Добрый день, друзья! Приветствую всех на своем канале, с вами Егор. И мы продолжаем прохождение замечательной игры SnowRunner по бездорожью. Итак, друзья, у нас тут осталось 4 поручения, я надеюсь, их сегодня выполним. Ну, посмотрим, как будем справляться. В принципе, не такие они и тяжелые. Вот здесь вот последний коварный овраг. Ну, там нужно достать и бочки, и, ну, оно все рядом, как бы. Ну, посмотрим, у меня там будет задействован Дан. Сегодня покатаемся на нескольких машинках. Урал этот, Арктика, Дан и, по-моему, Маз. Давайте почитаем за первое поручение. Потерянный, но не забытый. Я с семьей в спешке перебрался в этот лагерь, так как начался паводок. Но я не успел перевезти свой старый грузовик, а он очень нужен в хозяйстве. По льду я ехать боюсь, но может ты сможешь это сделать за хорошее вознаграждение. Так, вот он этот. Тут, в принципе, я недалеко и стою. Уралом. Сейчас поедем, заберем этот грузовик, посмотрим, что там. Что там за местность. А там уже отметим. Дальнейший наш путь. Наш маршрут. Как его сюда доставить. Ну, я, в принципе, так уже... примерно понял, куда я буду ехать. Так, ну что, всем приятного просмотра. Покатились потихоньку. Ну, тут какая-то дорога идет. Я, в принципе, здесь что-то не катался. Ну, посмотрим. Я думаю, Урал справится. О! Все труднее и труднее. Ну такое, снег с грязью. Хотя у этого такие колеса мощные. Так, вот эта стоянка, в принципе, мы уже прибыли. Грузовичок тут стоит. А, так тут вот старик. Тут вот старик. Берем на буксир. Что-то он такой подгулявший, побитый какой-то. Так, а что у него? Заведется он? А, топливо. Ну давайте заправим туда. Немножко подзаправим. Багажник. Давайте багажник. Так, ну мы тут, в принципе... я думаю, хватит ему 60 литров. Так.
Так, ну сейчас мы выезжаем. Блин. Назад, что ли, везти его? Да не, нам все равно надо будет в эту сторону ехать. Так, сейчас выезжаем. Где дорога? А по дороге не поеду я по этим колдобинам, льдам всяким. Ну, вот здесь, конечно. Едем, едем. Далекие края. Повезем аж вот сюда. Отсюда можно чик-чик-чик и пробраться. Так вот. Маневры такие будут тут, конечно, но не без того. Не без того. Так, нет, я понял, что тут овраг очень-очень глубокий. Ну а как сюда? Я не знаю, блин, сюда добраться. Ладно, погнали. Ох, блин. Сейчас на асфальт выйдем. Хотя я резину поставил, блин, на Урал не ту. Не то, что нужно. Ну да ладно, справимся. Да она вроде тоже и... По бездорожью это самое, но она так скользит, блин. Да еще как-то, видите, пробуксовывает не особо. Не особо хорошее сцепление. Давай, 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 давай. Разгоняться не буду, потому как там лодстарик вообще на какой-то резине не по летней, что ли, чтобы его там нигде не потерять. Ох ты ж мать твою. Засмотрелся.
Ну вот, пятно как контакта у него шире. У этого. Все, блин, что сожрал топливо так бы. Офигеть, слышишь? Лихой ты, блин. Парень, он, наверное, поломан, ё-моё. У него, наверное, бак пробит. Да, бак он, блин, пробит. Урала колеса широкие, пятно контакта шире, ему проще по льду проезжать. Еду на пониженной, не спешу. Тем более, куда тут уже спешить. Сейчас вот опять гололед начинается. Гололед, гололед. Еле дотронулся. Так долбануло прямо. И опять бак пробил. Да пофиг. Поехали.
Прорвемся. Там, блин, там скалы, блин, ё-моё. Вот как туда заехать, а? Там камни, блядь. Как придумают. Все. Бейстар заглох нафиг. Че, я там вообще никак не проеду. Сейчас разведку проведу. Да ну нафиг, такой штаб, как придумают. Давай. Что там такое, блядь? Пони какие-то. Блин, там аж наверх завал. Блин. Капец какой-то. Ну да, типа двигатель убивать. Можно прорваться, если б сам, конечно, то. Проблема, ну я не вижу, блин. Тут, конечно, такое, объезжать вот эту кучу, блядь, всего. Сюда, и тут мост какой-то, тут. Где это, блядь? Да, ну... Ладно, давайте попробуем, наверное, там недалеко, в принципе. Попробуем объехать. Что, тут что, такая прям серьезная елка? Я в шоке. Что-то тут так все жестко. Прям такое, знаете, ощущение, как будто в дуб врезался. Тихо, тихо. Опять 60 литров сковал. Да, нет топлива. А сейчас я здесь объеду. Сюда доеду. Ё-моё, ну я и поехал. Обманка какая-то.
Так, вот эти прутики очень опасны. Такие деревья, что мы их... Так, заехал, заехал. Где эта хрень? Да. Дальше. Где этот лагерь? Спасибо тебе за помощь. Этот грузовичок достался мне от отца, и было бы очень жаль его потерять. Возьми награду за твои труды. Пожалуйста. Так, следующий. Следующий пошел. Так, не-не-не-не-не-не-не. Расходники. Как далеко у нас это порученица? О, блин. А как так к дороге выехать? Так, ну давайте сразу возьмем на Урале. Выполним. Мой грузовик, на котором я вожу материалы для хозяйства, сломался в самом неподходящем месте. И теперь я не могу продолжать работать. Никто не взялся его вытащить оттуда и починить. Может, ты сможешь. Так, отремонтировать грузовик, 6 колес. О, блин, а у меня есть 6 колес. Лит 200 литров найдем. 600 ремонта, я думаю, найдем. А что у меня по ремонту, блин? А, у меня, ой, да, у меня вахтовый автобус там, супер, все хватает. Отлично, мне главное теперь выехать отсюда. В какую сторону лучше двигаться? Так, ну сейчас я, друзья, к дороге выйду, к трассе, и вернусь. Так, я на месте, друзья. Вот он, этот грузовичок наш. Поехали его ремонтировать. Да, Урал классный. Выехать на нем где-то вообще без проблем. Я пока выехал с той с того лагеря, блин, предыдущего поручения. Не, ну как бы не так долго, но таких проблем не было. Ямы, правда, он хорошо идет по труднопроходимой местности. Проходим, особенно если пустой. Так что-то я, блин, на пониженной еду. Так, где тут у нас? Ага.
Блин, там грузовик мощный, я так понял. Там же доделать поручение, это браться за контракты, там интересные контракты есть. Лес возить, я люблю лес возить. Что, Мадрана решил здесь? Там же еще автомобиль я получил. Лесовоз, как он называется? Какое-то название такое, трактор какой-то такой. Хотелось бы на нем посмотреть, покататься. Так, это все интересно. Это все очень интересно. А, так тут у нас АНК, НК, или как он там, 38. Ну давайте ремонтировать. Автобус. Стоп, я ж не... Да хотя бы посмотреть, что мы там ремонтируем. Есть заправочка. Ох, у меня тут не так много, но... Так, теперь вытянуть его, да? Себя отремонтировать. Хорошо, что хоть сюда передом стоит. Сейчас будем пробовать. На буксир. На буксир. Ох, нифига. Ледоруб. Ой, хорошо как. Смотрим, куда нам его нужно натянуть. Где тут что? А, вон она. Так, ладно, выезжаем сюда. На дорогу. Вот это дом местного жителя. Дом местного жителя. Блять, а как же туда мне проехать? Ух и веселуха. Короче, туда доедем, там посмотрим. Поехали. Там будем посмотреть. Главное сначала выехать отсюда. Стоп, а куда я ехал? По берегу или... Это, оказывается, можно и по берегу проехать. Не, наверх, наверх, наверх.
проверенным маршрутом проедем. Вот она дорога. Так, давайте посмотрим, как нам туда перебраться, блин. Ну, только здесь, наверное. Попробуем.
Так, прорвемся туда, не? Надо прорваться. Прорвемся, я. Вот мы и на месте. Ты оказал мне очень большую услугу. Теперь я смогу продолжить работу. Ты заслужил свою долю. Отлично. Так, Урал пусть остается, друзья. Ну а мы переходим к следующему поручению. Итак. Так, друзья, пересели на другую машинку, тоже от автора Кота РСК, и будем на ней собирать расходники. Прошлогодний клад. Давайте почитаем за это поручение. Нужна помощь. Осенью я вез несколько ящиков с припасами в лагерь по короткой дороге, но они упали в воду, а уже на следующий день все замерзло. Сейчас лед там уже растаял, можешь вытащить эти ящики из воды и привезти сюда? Вот они все эти три ящика, и тут, в принципе, недалеко и лагерь. Ну, посмотрим, что тут за, блин, болото какое-то. Я думаю, справимся. Погнали. На этом красавчике. Они такие небольшие, в принципе, поручения. Но некоторые из них бывают такие коварные. Так, ну вот, допустим, сюда мне как-то проехать. Через этот лед. Давай, 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 давай. О. Я тут уже наворотил такого. Благо. Благо есть лебедочка. Сейчас домчим быстренько. Ну вот еще этот участок дороги проехать. Аккуратно. От столба к столбу, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай.
Ай-яй-яй. Ой, достал бабы, да. Дотянуться. Фиг там. Давай, давай, ломай потихонечку, потихонечку. Сейчас прорвемся. Фак. Чуть-чуть бы, блин. Проехать. Не хватает лебедки. О, отлично. Отлично. Ты посмотри, блин, какая тут пробоина, блин. Полетели. Блин, знак сбил. Ну ничего, не заметил. Да ну какая-то карта так. То светлая, то сразу темная, блин, идет. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Этот завал никак не убрать, блин. Так он не в тему тут находится. Так, стоп, а. Как же мне туда спуститься? Ага. Так, ну что, пробуем нырять. Да темно так, блин. А тут такой участок темный. Да, тут, конечно, веток куча. Так, ну что, пробуем первый. Конечно, так стал интересно.
Машину выровнять. А я сейчас три ящика сюда и загружу. Один наверх положу. Так, едем к дальнему. Тут какие-то следы, вон, смотрю. Ну, пока не сложно. А, сейчас за третьим ящиком еще поедем. Ой, тихо. Так, вот он этот ящик. Не буду я опоры выдвигать, нет смысла. Давай, поднимай. Все, поставлю аккуратно. И придавлю. О, блин, надо было, наверное, чуть дальше. Все. Я его прижал. Теперь выезжаем отсюда. Ага, я понял. Как бы нам так вырулить отсюда? Вот сюда. И сюда.
Ну да, грязь так более-менее подмерзла. Можно ехать. Так, где тут что? Ой, как все хорошо у нас получается. Просто супер. Ящик не потерял. Есть. Невероятно. Ящики практически целые. Спасибо тебе за помощь. Пожалуйста. Вот так вот. Переходим к следующему заданию, ребятки. Последнему поручению. Итак, друзья. Последнее поручение. Это просто катастрофа. Я перевозил груз на своем внедорожнике с прицепом, но не справился с управлением и съехал во враг. Хорошо, что я отделался только парой царапин. Может, ты сможешь помочь вытащить машину и груз? Все они находятся, вот они. Где и машина, и что там, две бочки с топливом. Еще какой-то прицеп там. И все рядышком. Ну, я взял для этого задание дан. Ну, это модовый дан. А где он у меня находится? А, вот, да, он. У него тут все. Все на месте. И кран, мини-кран, и ремонтные запчасти какие-то, и кузов, короче. Поехали потихоньку. Сейчас главное прорваться там, пробраться. Ну, в принципе, я тут отметил, куда ехать. Недалеко. Поехали. Мы на нем уже катались, по-моему, на карте Дон. Интересный автомобиль. Надеюсь, справимся. Если нет, то возьмем МАЗа. Я думаю, справимся. Ну и подвеска активная. Чука.
Сейчас посмотрим, оценим ситуацию, что где, как она там, как подъехать. Ну и будем вытягивать потихоньку. Оценим обстановку. Так, ну вот это место, куда нам нужно все это отвезти, доставить. Небольшой лагерь. Сейчас посмотрим, что там у нас первое. Прицеп или бочки, или грузовик, по-моему, там. Где-то тут, да? Я так понимаю, что где-то мы уже на месте. Или с этой стороны. А, ну тут либо с этой стороны, либо с этой. Так, ну, в принципе... О, блин, ну тут... А что тут у нас вообще рекомендуют? Грузовик с краном. А, грузовик с краном. Ну, в принципе. Так, я, наверное, подвеску опущу. Так, вот он, прицеп уже я вижу. Прицепчик я вижу. И груз я вижу. Груз, тихо. Достану я до этого груза, не достану. Да, достану. Вроде бы как. Не, нифига не достаю. Странно. А вроде показывает. О. Ну если мышкой, то достану. Что-то его так слаживает. Тяжелые эти бочки, блин. Что это за кран такой? Ох, блин, конечно, тут... А то вообще... Непонятно где.
А как же мне ее вытянуть-то, а? Ё-моё. Да прицеп-то я потом на лебедке и вытяну, блин. Ладно, придется нырять. Вот как-то так. Да чё он не поднимает ничего? Давай на борт. Ё-моё. Надо было... Блин, я понял, как надо. Короче. Да чё ты такой кран вроде мощный, а... Ломает его. Какой удалить, ё-моё. Что значит удалить? У меня что, тут одно место, что ли? Тут же два места. А, ё-моё. Странно. Пишет удалить груз. Какого хрена его удалят? Что за экибастус? Вот это его... Так, ладно. Это все фигня. Пусть пока. Сейчас выкатимся тогда. Что-то нифига не получается. Давай! Во, блин. Теперь можно разбираться. Во! Фу, блин. Так, ну теперь выкатываемся, потом за машиной. Короче, буду я мучиться. Переворачивать его. Сам перевернется. Вытянем. О, отлично.
Так, кочки есть. Так, теперь надо еще и машину сюда. Спецмашина и загрузка, и кран, и лебедка. Так, я вот только не знаю, как мне за этой машиной ехать. Да сюда же, наверное. Как-то ее вытянуть, блин, ё-моё. Где она там лежит? А вон она. Так, мне бы как-то между елочек этих. Вот классно, у него и задние колеса поворачивают. Можно вписаться. Аккуратно так. Тихо-тихо. Рулим, 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 рулим. Ой, супер. На ручнике спустился. Так, ну машину я не знаю, как нам ее... перевернуть, блин, или так вытянуть на крышу, по крыше, на крыше. Тихо, 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 давай, давай, давай. О. Она еще и перевернулась сама. Вот это супер. Пофиншую. Так, сегодня все хорошо получилось. Отлично. Бывает это так. Если бы зацепился, еще и такой машиной, если бы зацепился вот этот хаммер, или что он, хаммер, по-моему. Зацепился бы он вот так вот за дерево вот там. Можно было так намучиться. У-у-у. А я еще и таким длинномером, блин, справился. Ну супер. Опыт, опыт, ребят. Так, давайте подтянем немножко. Придется баки немножко подвинуть. Есть. Ох, машину придется долго чинить, но все равно спасибо тебе, что вытащил все это. Не знаю, что бы делал без тебя. Как-то так, друзья. Ну, а на сегодня все. У нас остались одни контракты. Так что в следующем выпуске SnowRunner уже перейдем к контракту. С
Ссылки на эти машинки, ребятки, я оставлю в описании под видео. Спасибо вам за просмотр, за лайки, за комментарии, за поддержку. Подписываемся на канал, друзья. Ну а на сегодня все. Всем мира, добра, здоровья и до встречи.